Яндекс News. Добрый день. Сегодня в эфире программа «Разворот». Янис Шолкс, председатель Латвийского союза переработчиков молока. Телефоны прямого эфира у нас, как обычно, 672-12-939 и 672-13-939. Мы говорим о молоке, о кризисе, вызванном российским эмбаргом, о ценах на молочные продукты и так далее. Поводом к разговору сегодня послужила новость о том, что латвийские переработчики молока вышли из кризиса. Итак, господин Шолкс, я хочу задать прежде всего вопрос. Вспомним события 2014 года. Август, начался кризис после введения российского эмбарго, да, в результате которого трудности начали испытывать и производители, и переработчики молока. Радовались, наверное, только потребители, потому что заметно подешевели молочные продукты в магазинах. Сейчас цены на молочные продукты, наверное, уже на докризисном уровне, по некоторым позициям даже обгоняют, и по вашему заявлению, опять-таки, латвийским молочным комбинатам удалось найти новые рынки сбыта. Давайте вспомним прошлое. Насколько большой ущерб был нанесен переработчикам молока? Ну, здесь, конечно, трудно говорить сразу о ущербе. Если вспомнить историю, то, во-первых, я хочу сказать, что этот кризис совпал в мировой кризис молока, который для балтийских стран, в том числе для Латвии, еще свой толчок дал российское эмбарго. Так что получилось все вместе. А не будь эмбарго, кризис был бы все равно, потому что он, ну, был более обширный, и первый признак начались такого кризиса уже в июне месяце. Это кризис перепроизводства? Да, именно. Потому что все пострадали от того, что было перепроизводство молочных продуктов, их нельзя было продать, поэтому были включены в Евросоюз механизмы защиты молокопроизводителей, молокопереработчиков, то есть был увеличен объем закупки масла в то время и сухого молока в интервенции. Ну, там можно еще много о чем вспомнить. Но, конечно, больше всего, в том числе из России, пострадали именно страны Балтии, в том числе Латвия. Если говорить о цифрах, то фактически мы потеряли рынок почти 30 миллионов евро в год. Это был рынок номер один? Почти что. Там с Германией можно соревноваться, потому что в России мы больше продавали уже готовые продукты, а в Германию и в другие страны мы продавали и сегодня продаем индустриальные продукты. Конечно, не только, но в более большом размере по сравнению с торговлей из России. Там понятно, что мы, зная, что наш бренд, латвийский продукт, он там и сегодня еще ценится, как бы это было бы интересно, но факт, да, его просто нет. За счет этого мы больше продавали продукты с более высокой добавленной стоимостью по сравнению с продуктом, который мы продавали в другие страны. Но говорить, что этот рынок был самый простой и самый лучший, тоже нельзя. Но это все же история. Я хочу сказать, что на первый момент это очень почувствовалось, да, цены упали. Упали не только в балтийских странах, упали и в Европе, потому что мы всегда говорим, что мы живем все-таки, ну, в глобальном мире, хоть Латвия страна маленькая, все равно на нее влияют все те условия, которые есть на мировых рынках. И тогда следующие, конечно, были разные поддержки с Европы, с нашего государства. Мы стали искать новые рынки, понимая, что Россия для нас, рынок такой непонятный на будущее. А какие поддержки? Переработчики молока, какие-то субсидии? Да, не прямые субсидии. Прямые субсидии были только крестьянам, что им позволяло выжить. Они были, если с сегодняшним, взглядом обратно посмотреть, они были таковы, что они покрывали даже практически ту себестоимость, которую сами крестьяне называют, каждый по-своему, но есть какая-то средняя, более-менее понятная цифра, да. Это с субсидиями, если говорить о крестьянах или молокопроизводителях. Если говорить о молокопереработчиках, то прямых субсидий не было. Просто была возможность продать как масло, так и обезжиренный молочный порошок в интервенцию.
Интервенция – это когда… Это когда государство, в данном случае Евросоюз, закупает за фиксированную цену. Она была около 1700 евро, что очень небольшая, 1680, наверное, точно вспомнил, да. Она, ну, позволяет платить крестьянам лишь 18,5 центов за литр. Это больше никак не получается. Если брать цену того времени закупки в интервенции, которая сегодня в силе, но нет необходимости, и цену, тогдашнюю цену закупки масла, потому что фактически все молоко мы можем сделать, превратить в две продукты, то есть молочный жир, масло, и остальное, оставшийся сухой порошок. Все, молока нет. Это позволило выжить. И также, если возвращаясь к конкретным поддержкам, то это были поддержки на освоение новых рынков. Это выставки, это разные другие мероприятия, торговые миссии. И, ну, содействуя в работе по нахождению новых рынков, что дало свои результаты. И на сегодня мы видим, что мы частично стали продавать продукты в те страны, которые мы уже забыли, и плюс еще новые. И в целом... Расскажите, пожалуйста, вот как вы искали новые рынки, какие нашли, какие вспомнили, как вы всего говорите? Будет тогда до конца передачи, будем вспоминать государства. Их больше, чем 90, где наши продукты находятся. А было до кризиса? Было 70. Мы нашли новые, и частично, ну, видите, там как получается всегда, что кто-то что-то находит, продает, потом этот процесс заканчивается, потом, если заново туда, ну, уже активно поработать, оказывается, что этот рынок можно и возобновить. И такое возобновление произошло, если я правильно опять помню, где-то в 16 странах, которые когда-то мы продавали, потом продажи не было, а вот включая те активности, участие на выставках, это самое главное, первое, это выставки, участие на выставках, использование других каких-то частных контактов, других возможностей, ну, друг другу помогая, хотя и конкуренты здесь, но не на экспорте, но все вместе удалось то, что, да, мы сегодня по объему продавали за 16-й год больше продукции, чем в 2013 году, когда был российский рынок, плюс остальные страны. То есть, кто заменил Россию? Заменил, ну, если глобально смотреть, то Россию заменила Германия, заменила Нидерланды, также Англия, Ирландия. И дополнительно мы пошли в африканские страны, Марокко и еще некоторые. А что они закупают? Они закупают, ну, в основном, конечно, это продукты индустриальные, но есть отдельные поставки и в замороженном виде, как и свежих сыров, так и даже сметаны. И, ну, тут разное. Но это все продается под латвийскими брендами в Марокко? Не только, по-разному. Продается... по-всякому. Вот тут сказать, что латвийским брендом мы продаем все страны, это не так. Мы иногда продаем как частную марку или private label, как это в мире называется. Да, мы очень много продукции продаем именно под частную марку. Мы работаем с этническими рынками. Это начиная с Германии, США, Израиль и так далее. Где этнические наши... рынки, это вы имеете в виду латышская диаспора за рубежом? Ну, латышские жители или граждане, которые живут там, да. Ну, тут даже две позиции. Те, которые эмигрировали в 40-х годах, те, которые уехали в советское время, те, которые сейчас уезжают. Но это тоже серьезный рынок. Но это только один вариант, как мы, ну, осваиваем рынок, потому что если, ну, мы понимаем, что люди не живут, ну, кто-то эмигрировал, он один живет, один кушает, такого нет. Он за собой влечет и остальных. И этот рынок увеличивается, потому что этническим мы его называем, потому что мы иногда продаем даже с надписями на русском языке или на каком-то другом языке, да, продукты, но это не значит, что их покупают только русскоговорящие. Совсем не так. То есть этим этническим рынком мы заходим в какой-то рынок, допустим, США, а потом мы видим, что он увеличивается.
И не хочем сказать, что каждый день там кто-то приезжает, все больше покупает. Не так. Так что это только один из способов, как освоить новый рынок. А говорили еще про большие перспективы китайского рынка. Что-то получилось сделать в этом направлении? Пока не очень, потому что Китай готов все изготовить за даже небольшие деньги перевести нам. А если мы хотим им что-то продать, ну, это уже совсем другое. Там другая культура, там совсем другая этика бизнеса. Ну, в нашем понятии слабая, да, но это восточная, назовем ее так. А это что означает? Могут взять это... товары и не заплатить? Ну, до этого пока не дошло, хотя такие случаи мы слышали о других товарах. Просто очень сложно попасть в какую-то цепь. Но торговую тоже, сеть вы имеете да, в виду? Да, в торговую сеть. Конечно, вы имеете в виду, что это, ну, это требует взятки серьезными. Платить или что? Ну, может быть, не в прямом смысле, но это надо тогда более точно спрашивать тем, которые старались туда попасть и до сих пор стараются. И, ну, как, например, Food Union, очень, так сказать, уже много Food соли Union сел там, да. Рапортовали, что вроде как мороженое туда. Ну, мороженое отправили, да, но тоже все сложно. Очень дорого, промежуточные платежи, время, ну, не все так просто. Поэтому, насколько мне понятно, то Food Union пошел другим путем. Они решили построить два завода там, чем они сейчас занимаются, с целью, чтобы использовать как местное сырье, так и наши, ну, назовем полуфабрикаты или какие-то сухие молочные составные части, для того, чтобы китайцы заинтересовать. У него будет рабочее место, у него будет местный продукт, но сырье будет европейское. Это очень важно для них. Я думаю, что если ресурс позволяет, что факт, то Food Union сделал очень правильный выбор в отношении китайского рынка. Стараться туда зайти прямо своим капиталом, своим заводом, и будем надеяться, что это получится. Потому что все, кто пробовали от нас, ну, очень сложно что-то продать прямо. Но я еще хочу добавить, что все-таки кому-то это удается. Вот, допустим, польское предприятие «Млековита», которое перерабатывает 6 тысяч тонн молока в день, ежедневно туда контейнеров или два отправляет с так называемым УХТ молоком, ну, то есть, который высокопастеризованный, да, с высокой температурой. Молоко нормальное, хорошее, да, но они туда попали, не продают даже с китайскими этикетками все как надо. И своим брендом, это факт. Так что те, которые, ну, крупные заводы, им как-то все-таки удалось. Ну, ресурс тоже серьезно и нужен, чтобы китайский рынок освоить. Это он непростой. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях сегодня в программе «Разворот» Янис Шолкс, председатель правления Латвийского союза переработчиков молока. В студии работают ведущий я, Андрей Портнов, и звукорежиссер Евгений Копейн. Обсуждаем судьбу латвийских производителей молока, молочных комбинатов. Сейчас я вам зачитаю заявление сегодняшнее председателя Латвийского совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтиса Гутманиса. Он сказал, что несмотря на то, что в магазинах цены на отдельные молочные продукты за последние месяцы едва ли не удвоились, доходы их производителей не увеличились. Цитата дословная. «Молокопроизводители считают, что должны получать за произведенную продукцию должную оплату. Сейчас закупочные цены на молоко колеблются в пределах себестоимости производства. Если мы видим в магазине удвоенную цену на какой-то молочный продукт, то хотелось бы видеть также рост закупочных цен. Однако этого нет», — сказал Гутманис. Как вы прокомментируете? Последнюю фразу он сказал очень правильно. Этого нет и в данном случае не будет. Потому что мы говорили очень долго о том, что никто не хочет вспомнить, кому, ну, это как бы неинтересно. Потому что мы очень долго шли к той ситуации, чтобы выровнять цены. Если посмотреть, как росла цена на молоко как сырье, и как мы смогли повысить цены конечному продукту, то здесь долгий путь. И все время были наши, то есть потери молока переработчика. А крестьянин завтра, через месяц как-то, стал получать уже более высокую и высокую цену. Мы дошли до... Средняя цена в Латвии 30 центов, в Европе 33.
Мы почти дошли, уже догнали Европу. Если посмотреть историю, то было намного хуже. Тогда стоит другой вопрос. Если годами такая... Мы ничего другого не слышим от некоторых крестьян. Я не говорю всех, от некоторых, что все плохо, все мало. Это человечески понятно. Но тогда вопрос, каким образом, даже несмотря на кризис, на российское эмбарго, на все остальное, общий объем производства молока все увеличивается, увеличивается. Мы об этом все работают, открываются новые фермы, закупается скот. Работаем, ведется серьезная племенная работа. Конечно, есть и поддержки, что хорошо, но учитывая, что прямая оплата за молоко в наших понятиях немножко все-таки выше себестоимости, средней себестоимости, очень условная цифра, но все-таки, то в то же самое время крестьяне еще получают дополнительные субсидии. Так что, ну, говорить об убытках сегодня никак нельзя, но с нашей точки зрения очень важно, что если масло выросло там даже вдвойне, да, согласен, оно выросло не только у нас, оно выросло во всем мире. В мире это видно и на прилавках, но если будет время, поговорим, как сравнить цену на прилавке Латвии и Италии, допустим. Но в то же самое время рост цен остановился на остальные индустриальные продукты, даже уменьшился. Если мы можем за отличную цену продать продукты, которые содержат молочный жир, ну, в первую очередь, сыр. Сыр там уже не так много его, да, и там сложный процесс. По сыру немножко другой рассказ. Но в прямом смысле сливки или же масло, то если бы мы не думали о потребителе, о крестьяне, то лучше всего было сегодня не делать ничего другого, как превратить порошок обезжиренное молоко и весь жир в виде масла продать за границу. Все, забывая, мы же так не делаем. Тут должен быть какой-то баланс. Что я хочу сказать? В то же самое время обезжиренное молоко сегодня стоит фактически, как в кризисный период, 1700 с чем-то евро за тонну. Если было даже 3000 еще недавно. Так что вы говорите сейчас о ценах, о ценах на каком мире. Этапе? Да. В мире. Я просто помню пик кризиса, и потом довольно долго цена в магазине на килограмм молока средней жирности, там 2,5%, она была в районе 60 центов. Да, да. Сейчас 90 центов. Да. При этом закупочная цена средняя на молоко, она поднялась меньше, чем на 10 центов. А откуда взялась эта разница в 30 центов? Все очень просто, потому что любой рост цен такой на сырье, он никогда один к одному не будет отражаться на конечный продукт. Как мы только поднимаем цену на какой-то продукт, то еще посередине есть торговец, который тоже считает свою прибыль, да? И вопрос, каким образом он увеличивает. Вот эта разница. Делает добавленную, но это им надо спрашивать. Я не хочу это поле. Да, у вас отпускная цена вот с предприятий, входящих в союз переработчиков молока. Давайте уже разберемся. Нет, да? Я не имею права называть такие цены. Абсолютно нет. Это коммерческая. Но все друг на друга кивают, да? То есть торговые сети говорят, ну, дороже стало закупать. Да, там, да. Переработчики говорят тоже, ну, дороже стало покупать. Крестьяне у нас снова недовольны. Нам мало платят. А молоко подорожало за последний год реально где-то на 30 центов. В полтора раза, можно сказать. 60 до 90. Да. Да. Вы правы. Так и все друг есть. На друга кивают. Ну, а но если посмотреть... потому собака. Что... Правильно, все правильно. Просто обсчет цены на полке идет. Мы увеличиваем свою часть цены. Потом свою часть увеличивает торговец, и все это еще облагается 21% налог добавленной стоимости. Сосчитаем вместе, и все понятно, очень простая математика. Поэтому мы боремся за то... У меня в руках график, 15-й год. Да. Тогда точно помню, килограмм молока, литр молока, он же стоил 60 центов. Средняя закупочная цена 22 цента. Сейчас 29, 7 центов разница, да? 30 уже.
8 центов разница. Я смотрю данные по... У меня данные за июнь 2017 года. У меня нет данных за июнь. Ну, там почти 30 центов. 29. 29 с хвостиком, да? Ну, большим это... хвостиком. Окей. 7-8 центов разницы, да? Добавим к этому 21%. Это меньше, чем 10 центов нет, в любом случае. Нет, мы не так. Мы не так считаем. Во-первых, мы это вкладываем в свою себестоимость. И продаем... Увеличиваем цену. Когда мы увеличиваем цену вот и продаем... Это уже ваше дело, да. Вы вкладываете... Не-не-не, мы неправильно считаем, чисто математически. Считаем так. Есть базовая цена, плюс добавляем стоимость на цену молока. Свою цену, свой интерес тоже ставим, естественно. Да, никто не будет работать долгосрочно с убытками. Потом есть какая цена... А вы работали X, с убытками? Очень часто. Угу, и очень много. Да. Если можем... нету цели кому-то работать с убытками долго. Мы можем пережить какой-то период за ресурсы, но это не цель. Я понял. Смотрите, у нас не очень много времени. Тогда мы с этим в общих чертах разобрались. Нет, я хочу для ясности наших слушателей. Значит, есть цена X. Добавляем 8 центов повышения молока. Плюс свой интерес процентуальный. И в основном получаем какой-то Y, который мы назовем оптовой ценой, которую я не имею права оглашать. Дальше. За эту оптовую цену продукт покупает торговец. Он ставит свой процент наценки. И к этой сумме тогда в конце мы добавляем еще, умножаем эту цифру на 1,21. То есть НДС. Да. И тогда получается цена на полке. И тут вам ответ, потому что никогда не будет, что если там плюс 8, то в конце плюс 8. В конце уже совсем другая цифра. Вот и все. Вкратце. Смотрите, получается так, что вы вышли из кризиса, да? Для потребителя это в каком-то смысле не очень хорошие новости. Но в Латвии теперь нет... квот на производство молока. Страна может производить столько молока, сколько она пожелает. Вы можете переработать больше молока? Можем. Можем. Потенциал можем. Для роста отрасли есть. Абсолютно. Еще, да? А абсолютно. Насколько он большой? И можно ли ожидать, что в течение обозримого будущего, допустим, будут наращены объемы производства молока, как сырья, и это повлияет как-то на цены, они, может, падут? Знаете, какие-то изменения объема Латвии никак на цены не повлияет, потому что многие меня упрекают, но нравится нам, не нравится, это действительно так. Мы зависим от ситуации в мире. И скажу еще почему. Потому что только 1/3 из общего молока, которое производится в Латвии, в виде продуктов мы съедаем здесь на месте. Этот рынок довольно стабильный. Но, к сожалению, с тенденцией сокращаться. Сокращается у нас житель, их меньше становится, кто кушает, покупает его. Сейчас цены повысились, кто-то стал меньше покупать, да. Поэтому 2/3 мы как-то должны или в свежем виде, или в виде продуктов продать за границу. Поэтому Латвия сама не влияет глобально ни на цену молока, ни на цену продукты. Мы... Мы берем цену, которая есть, и над ней работаем. Это жалко, но это так. В последнее время заметно выросли цены на масло, на это все внимание обратили, а утверждается, что масло – это рыночный товар, соответственно, то есть биржевой товар. Да. И цены определяют глобальный спрос тоже. Да. Откуда этот спрос так стремительно вырос? За счет чего? Почему так скачут цены? Кто создал этот спрос? Кто стал больше масла есть? Вопрос хороший. Мы видим, не только мы, это мы обсуждали с немцами, обсуждали с испанцами, с итальянцами, что же произошло. До конца ответа нет. Может, есть какая-то серая рука, трудно сказать, но реальные... То есть это биржевые спекулянты вы имеете? Возможно, где-то это тоже прячется. Но это очень трудно понять, как эта цена образовалась, как она так выросла. Но реальные факты тоже есть. И реальные факты такие, что мир стал больше потреблять масло и замещать, опять-таки, как бы... Идут обратно, это производство мороженых, это производство разных кондитерских изделий, где возможно, то есть уходит от растительных жиров, и все больше туда используется масло. Плюс того, что меняется
ну, эти, как бы, обряды, кто как стал кушать. То есть в мире много пищевые людей. Пищевые привычки, и, да? Да, и привычки меняются, и те же китайцы все больше что-то потребляют. Это, как бы, тоже, очевидно, влияет на этот рынок, если мы смотрим, да? И никаких, ну, кроме этого, никаких других причин мы не видим. Это какое-то влияние дает, но такое ли большое, ответа пока точного нет. Но факт, что биржевая цена на молоко уже превысила 6 тысяч евро за тонну. Это очень, это она уже почти что в 3 раза увеличилась, чем было раньше, почти. Это 6 тысяч евро за тонну какого больше молока? Больше уже. Не молока, а масло. Я, наверное, неправильно, извините. Да, да. Масло, масло. То есть биржевая цена больше 6 евро за килограмм. Да, да, да. Такого еще я не помню, такого не было. То есть получается, такой. Если сейчас там действительно со скидкой даже можно купить в магазине масло, опять-таки, по-моему, ну 6 евро за килограмм чуть дороже. Ну, иногда уже дороже. Уже ну, нету, да? Но эта биржевая цена всегда будет значительно ниже, чем розничная цена, конечно, на полке. Мы говорим о цене без НДСов, и это совсем другое. Означает ли это, что скоро масло на полках еще подорожает? Ну, тут уже сложно сказать. Есть разные мнения и разные варианты. Но я не готов уже прогнозировать. Нам казалось, что уже месяц назад, как бы, ну, казалось, уже серьезная цена, и она должна остановиться. Такого не случилось. Но какой-то предел, наверное, есть. Но я хочу сказать, что все-таки масло сравнительно стоит то, что оно должно стоить. Потому что кроме масла и кроме молочного жира, молока есть остальное еще составные, которые тоже надо где-то использовать и продавать. Как я уже говорил на этой передаче, допустим, цена на индустриальный продукт, то есть обезжиренный молочный порошок, она сравнительно очень низкая. Так что будем смотреть как. И это тоже ответ крестьянам, что если какая-то единица продукта увеличивается в цене, то не всегда, но в данном случае так получилось, другие падают или стоят на месте. Поскольку больше произвели молока, мы должны смотреть на то, что если мы берем молоко, фантастическую цену получаем на масло, продаем его сразу, а вот с остальным надо тоже что-то делать. А тут уже рынок остановился. Остановился на порошки, остановился на сыры. Ну и наши 30%, которые мы скушаем на месте, эта отрасль тоже не поможет. Тут все, баланс надо смотреть. Поэтому я очень удивляюсь, почему господин Гутман там, ну, так поверхностно, может быть, в данном случае высказался. Потому что если углубиться, то здесь никаких чудес нет, и никто не зарабатывает какие-то незаработанные деньги. Такого нет. Это баланс просто. И крестьянам можно сказать одно. Если цена на молоко будет падать, никто не знает сегодня. Вполне реально, что будет падать и цена на молоко как сырье. Это, ну, такой не прогноз, это просто информация. Если будет так, то будет так. А как будет, мы увидим. А предположим, сейчас война санкций прекратится. Вы сказали, что в России по-прежнему латвийские товары помнят. А скажите, вам интересен теперь российский рынок? У нас любой рынок всегда интересен. Мы готовы туда вернуться, если будет такая ситуация. И мы на него как бы не рассчитывали, надеемся, что говорит цифры, что говорит новые наши находки в виде новых рынков и в виде объема в том числе, да. Но мы готовы туда вернуться. И, кстати, в Россию мы продаем как мороженое, так и творожные сырки. И продаем успешно, несмотря на все трудности. Там тоже было и колебание валюты, то есть частичная девальвация рубля. Но все равно мы находим нашего потребителя. То, что возможно, то мы продаем. Ну, по формальным, значит, таможенным кодам, это как бы продукты, которые не молочные, но они очень близкие. Поэтому мы всегда готовы туда вернуться и с удовольствием будем работать. У нас нет никакой, ну, какой-то личной обиды или что. Всегда хочется лучше. Импортирует ли Латвия сейчас молоко? Я
подхожу к вопросу, скажем, такого продуктового патриотизма, да, когда люди выбирают латвийский товар. Но правда ли, что латвийские переработчики молока закупают молоко в Эстонии, в Литве? Да. И в пачке, в принципе, с латвийским брендом может быть смесь, в котором, там, допустим, и латвийское, и литовское молоко? Может такое быть. Но литовское мы очень мало закупаем. Это абсолютно незначительное количество. Ну, если в целом Латвия производит больше 2000 тонн молока за день, и из этих 2000 тонн какие-то 70 или 100 мы из не покупаем, ну, это, наверное, не тот объем, о котором надо было бы, ну, говорить. Да, но все возможно, конечно. Смесь возможна. То есть в целом около 3,5%, да, закупается? Ну, так получается, да. Угу. Так что мы в основном продаем. Мы производим больше молока, чем мы можем потребить. И переработать-то мы можем, но продукт надо продать. А почему вы не закупаете больше молока у латвийских крестьян? Это означает, что литовцы лучше торгуют и эстонцы? Тут не о том, что кто лучше, кто хуже. Это кто-то хочет продавать латвийским. Ну, есть какой-то баланс. Потому что есть баланс, объем, каждое предприятие считается с конкретным объемом, у нее есть рынок, где продать свой продукт, и чтобы кто-то сказал, завтра возьми 100 тонн больше и найди рынок, это не вопрос одного дня. Если кто-то что-то находит, он находит возможность, где купить в Латвии, в Эстонии, в Литве дополнительное молоко. Так что на сегодня есть такой... Ну, я бы сказал, баланс на рынке как молока, так и молочных продуктов. И в том числе в отношении цен. А как сырье? Вот какое молоко лучше, если сравнить эстонское, латвийское и литовское? Ну, с литовским могут быть больше проблем. Это всегда было так. Ну, для этого есть специальный контроль. Мы над этим работаем. Но латвийское и эстонское молоко, они не очень похожи и соответствующие. Я не говорю для рекламы, это просто факт. Сегодня никто не будет рисковать использовать плохое сырье. Это очень рискованно. А в чем заключаются риски, допустим, с литовским молоком? Ну, в основном это загрязнение микробиологическое, которое может превышать. То есть до пастеризации как бы, печально, но Литва этим грешит иногда. Поэтому и литовское молоко мы закупаем очень мало. Мы его туда больше продаем. Потому что это абсолютно верно, что латвийское и эстонское молоко, можно сказать, похожее, но литовское, увы, но оно может быть и не соответствующее. Господин Шолкс, спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, у нас в эфире в программе «Разворот» был Янис Шолкс, председатель правления Латвийского союза переработчиков молока, ведущая я, Андрей Портнов, и звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо большое, до свидания, до следующего раза. Спасибо, до свидания.